кому-то, кому-то за цветами. Как привет. Да нормально все. Скажи, у тебя протокол по 6.1 будет? Сейчас, да, сейчас по 6.1. За 24 октября. Все наши доводы о том, что мероприятие не нуждается в согласовании, о том, что согласно Европейской конвенции по правам человека все допустимо, все совершенно законно, ну, как всегда у нас. То есть все по шаблону? Да, все по шаблону. Апелляцию будешь подавать? Да, само собой. Женя, никаких сюрпризов для тебя больше не было, каких-то, может быть, других дел? Ну, пока что вроде как молчат. Ну, машин мы не видим, значит, все хорошо. Слава богу, да, я иду домой. Все, это радует. Сереж, привет. Расскажи, что тебе посадили. 15 суток арестов. Адвокат будет жалобу подавать. Вот завтра, сказал, подаст. Там посмотрим. Может быть, смягчат, может быть, и какие-то исправительные. Посмотрим еще. Пока неизвестно. Часть? Да, по 8-й части. Ладно, дождитесь, что прорвемся. Удачи, спасибо. Признать то, что в моих действиях не было состава правонарушения, не удалось. При всех нас, наших, с моей точки зрения, железобетонных доводах, что доказательственной базы нету, да, даже которая представлена со стороны УВД, она была оценена критически, мои показания, естественно, были оценены критически, да. Ну вот, и мне назначен штраф 250 тысяч рублей. Ну, мы все понимаем, мы же люди не глупые, что наши дела, которые 20.2, это не про вот эти все вещи, которые связаны с исследованием материалов дела, законности, справедливости и все остальное. Вот. Считаю и буду считать, что все, что происходит с нами, и наши прошлые аресты, и наших соратников, и меня в том числе, это акт устрашения. Для того, чтобы вам не повадно, то есть вы тут сидите, разгребаете, ищите денег, то есть как бы на это время тратите, да, и бойтесь, что вы, если пойдете на выборы, я там собираюсь, там все-таки планирую побороться за хозяйственную должность в государстве, в городской думе, да, потому что я не верю в нашу законодательную думу, этих балабов. Я вот хочу, чтобы на земле тут как бы решать, да, в городскую думу попробую. Если мне третий раз прикрутят эти уши, вы прекрасно знаете, чем закончится. Это уголовная статья, и невозможно меня выбираться даже в сельские депутаты. Ну вот, то есть я сейчас должен заглохнуть как мышка до сентября, до предвыборной кампании, то есть как бы меня не слышно и не видно было. Вот это для чего сделано, как естественный товарищ.